Йо-йо-йо, всем салют. Вот очередной раз я стал бомжом, так что решил заснять с первого дня бомжевания на улице. Как пойдут дальше дела? Нахожусь в Мексике, сейчас на острове Касумель. Что дальше, понятия не имею. Куда ехать? Где жить? Вообще просто представления не имею. Поэтому решил наконец-таки начать снимать для Ютуба. Вчера посмотрел старые ролики, которые я так и не выложил. Они уже, наверное, там полугодичной давности. Поэтому на днях будет хороший интернет. Надо будет загрузить их в YouTube. Так что давайте следите. Я думаю, приключения начинаются. Ого-гошеньки, ого-го. Поэтому давайте buen día всем. Всего самого хорошего. Улыбайтесь почаще. И будьте добрее. Peace. Но перед тем, как двигаться дальше, надо же искупаться, ё-моё, в Карибах. Водичка, конечно, на Касумеле шепчет. Плая дель Кармен, Канкун, Тулум. Просто где-то курит в стороночке. Потому что здесь... Вот такая красота. Сейчас занырну и буду двигаться дальше. В общем, план такой. Пока шел, думал. Мне идти сейчас до города, где-то километров 8. Как всегда, пешочечком. Качаем булочки. Сейчас дойду до интернета. Смотрите, какая красота. Там вон позади круизы ходят. Канадские, норвежские. Какие хотите за ваши бабочки. Любые, как говорится, плюшечки. Так вот, сейчас дойду до города. Там есть интернет в магазине. Зайду, напишу здесь ребятам по работе. Если что-нибудь предложат, поработаю чуточек. Да поеду дальше. Если нет, то поеду до Плая дель Кармен. И оттуда буду уже смотреть куда-нибудь. Пока вообще no have idea, как говорится. Но не унываем, ребята, с улыбочкой. Вперед, давайте на связи. Ну все, искупался напоследочек. Двигаем 8 км и там посмотрим, что дальше.
течение с крыши, ребята. Здорово. Сейчас, в общем, встретил тут двух ребят молодых. Вообще молодые, не знаю, там лет по 15, наверное. Может, чуть постарше. Они за меня завели на крышу на эту. Закатик тут лютый. Посмотрели. Уже заночую здесь, посмотрим. Раз прогудел, значит, здесь и заночую. Может, на тусовочку пойдем, посмотрим, как оно там получится. Куда выведет судьбинушка. Куда судьбинушка, в общем, выйдет. Там что, если будет что-то интересное, подсниму вам. Давайте, улыбайтесь. Видно там что-нибудь сзади? Нет? Граффити. Ну такие, конечно. Но сама суть. В общем, ребята, отписался сегодня вообще всем. Ну как, искал снять жилье, здесь никто не ответил вообще. Есть несколько планов сейчас, если никто не ответит, поживу здесь несколько дней на улице. Но здесь море кайфовое, хочу покупаться. Вот, поживу на улице. Если никак здесь ничего не будет, поеду на север. Если что-то будет срастаться, то посмотрим, может, подольше здесь покупаюсь. Уже больно здесь, кайфовое море, чтобы плавать, именно плавать, кайфовать вообще. Йога такая водная, просто кайф. А, вот. Если нет, то на север куда-нибудь. Или вообще, думаю, велик взять. Велик взять. И рвануть на север страны, через всю страну на велике. Или ролики. Как думаете? Ролики так и манят вообще. Так, ну все, короче, давайте, если что-то будет интересное, я вам сообщу. Детишки катаются тут в парке. Ну, сегодня что-то мало пока народу. Посмотрим, что будет тут дальше. Самый знаменитый магазин Мексики, Чедрауи. И цены добрые, и товар хороший. Из темноты. Нас ждут из темноты. Нас ждут из темноты.
хочу сходить на морюшко прогуляться. Может, занырнем. Идем по набережной. Кайфово здесь, прохладненько, уже лес. Из города вышли. Сейчас на маяк придем, пацаны, там что-нибудь интересное. На паром машина грузится. Здесь до 11 вроде как все это дело работает. Ребята там давят. Ну даже снорклинг здесь, вам честно скажу, очень крутой. Я здесь видел и акулу, и крабов таких, ну с полметра, ну не с полметра, ну сантиметров 5, ну да, с полметра. Ну акулу прикольно было встретить. Ну а так рыбы тут вообще все есть, я не знаю, попугаи. Ну прикольно вообще, ребятушки. Тоже надо кайфануть как-нибудь. Хард-рок кафе. Как же без него? Рядом казино. Можно поиграть. А мы, кстати, почти вышли из центра. Вот там вот с правой стороны закрытый сейчас терминал. Туда круизы заходят. Сейчас никого нету. Все, и вот практически уже центр заканчивается, и дальше больше ничего нет. Конец центра. Пацанам из Тая привет. Севик. Сколько там времени проведено и куплено там всякой всячины. Но у вас в Таиланде намного он, конечно, вкуснее, богаче. И можно же подкрепиться, скажем так, более-менее полезно. Здесь все отсутствует. Поэтому в этом плане вам, ребятки, повезло. Кушайте вкусную, полезную, здоровую. И самое главное, свежую, вкусную еду. Музыка такая приятная там играет. Днем здесь круиз подходит.
Идут туристы, играет реггатон, ужасная музыка. А сейчас такая спокойная. Все. И вон там сеньор Фрог. И дальше все. Ничего нету. Там Марина будет. И вот я сейчас иду на место. Ну вот из того, что я видел, самое такое любимое мое, там вообще никого нету. Иногда там бывают люди, но очень редко. Подсниму, если там получится. Все, тут тишина, только машины ездят. Людей нет, сейчас Марина там будет. Ничего такого интересного, в принципе. Америкосы погнали. Ночью кататься на скутере втроем. Вот перекресточек. И место называется Калета. Чтобы легче было запомнить, по-русски котлета. Т убираем, Калета остается. Почти пришли на место, где можно понырять с маской, с трубочкой. Очень круто. Все, свернули с главной дороги. Вон, слышите? А, он сюда поехал. Русского флага здесь нет. Да, гостишка Интерконтиненталь. Need a ride? Но... Уходим в темноту. И сразу, блин, не видно звезд. Все. Все, пришли на место. Мы сейчас посмотрим, что там происходит. Нету, темно. Ничего не видно. Что-то шумит там нереально. Да, какой. Луны нету. Я бы так занырнул бы. Вот кого он едет. Вон огоньки, гостишки или бары. Пойду, короче, в центр, наверное. Может, там что-то интересное будет. С музычкой. Давайте включим его попозже. В общем, подхожу городу. Сейчас попробуем вам плавить, подснять плавать камнем. Не видно.
Ну да ладно. Шел туда, загружались. Иду обратно, выгружаются одни фуры. Иду, еду везут, бензин, все везут. Перестанет ходить паром, и все закончено будет. Или все только начнется наоборот. Так что вот так вот. В общем, обратно в 10. И я думаю, последний пойдет в 11 лайн. Пришел я в центр. Ну так, людей немного, но гуляют. Сейчас пройду, посмотрю, клубешники работают, нет. Что за музычка играет? По-испански будет флаг Бандера. Так что Бандера Венесикана. Дошел почти до конца тут, до аэропорта. Все разъехались. На улице тишина. Последние остатки тут людей ездят. Пойду, короче, в безопасное место куда-нибудь. Там уже аэродром. И тишина. Да, прикольно. В общем, запарковался я на центральной площади. Здесь и полиция рядом. Нормально. Безопасно. Лучшее место, которое я нашел, прошел по всему центру, поэтому здесь побуду. В принципе, уже час ночи, осталось скоротать часиков 5, и уже там будет близок рассвет. Пойду на морюшко купаться, ну и делать дальше дела, думать, куда дальше. Все, давайте, спокойной ночи, буйной ночи. Ребятушечки, время 3 часа ночи, еще 3,5 часика и будет рассвет. Вампиры все идут в подземелье, а я пойду купаться. Опачки, тормознули кого-то. Доброе утро, страна. 6:20. Через час рассвет. Первый паром идет, груженный автомобилями.
Ура, скорее бы солнышко. Ребята, время еще 6 нету. А тут уже движуха такая кипит, как будто не на острове, а где-то в городе. И очень много людей бегает на велосипедах, едет, тренируется. А у нас уже там светает. Я выдвинулся в сторону моря, где вчера были с вами. Надо занырнуть срочно и помыться заодно. И как раз солнышко уже, пока я дойду, туда где-то час идти, пока дойду, солнышко уже появится. Будет тепло, хорошо. Хочу искупаться, помыться и идти в город. Надо что-то решать. Никто не ответил, поэтому надо двигаться. Рассвет. Си Томас, но манехес. Если пьете за рулем, водить не нужно. Йоу, ребятки, солнышко почти появилось. И я почти дошел до места назначения. Красота спасет мир. Все, я на месте. Ребят, ну все, я добрался до моря. Вчера 30-ку километров прошел на солнышке. Вся одежда, все грязное. А как бездомные люди поступают в таком случае? Конечно же, идут купаться в соленую воду. И я сейчас пойду и сделаю точно так же. Ребята, я как новенький. Ой, занырнул. Чуть-чуть получше стало, но батареечка садится. Так что надо выбираться в город мне и что-то думать по поводу дальнейших действий. Так, ребят, ну если вам понравилось, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комменты. Может быть, что-то вам интересно. Давайте. Я на связи буду снимать вторую, третью, сколько дней, столько и будет серий. Да. И что бы ни случилось, не унывайте. Такая красота, ребятушки. В общем, я постирался, помылся. Надо выдвигаться в город. Вот так вот прошел один день. Начинается второй. Подписывайтесь. Пишите комменты. А я буду делать видосики. Дальше больше, дальше лучше. Плюс старые видосики, я думаю, тоже. Загружу в YouTube, чтобы вы смогли посмотреть. А у меня здесь солнышко. Давайте, ребят, батарейки заканчиваются. Нужно чего-то выдвигаться. Ребята, я еще не спал.
энергии нет. Зашел вот на бассейн, на стадион. Может, здесь надо местечко прикормить. Ребята, он плавает, и вы плаваете.